Здравствуйте, здравствуйте, дорогие дамы, господа. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу всего тела. И, естественно, этот массаж подготовительный для дальнейших мануальных манипуляций. Когда мы будем делать трастовые техники, хрустеть, ломать. Ну, ломать в нашем случае это править тело человека, да, и его позвоночник. В работу у нас включаются локти. Много локтевых техник, поэтому обязательно заранее смазываем локти. И, как вы видите, я масло никуда не капаю, на человека не лью, ни на пол, ни на стол. Все только на себя, чтобы аккуратно подойти к работе. Как я уже говорил ранее, у нас тело разбито на сегменты, начинающиеся от зоны сердца. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, вот тут рисунок есть, да? Ягодицы, соответственно, получается третий, четвертый, пятый, шестой. И седьмой пальцы. Отдел это пальцы. Мы, получается, движемся по очередности от сердца, но все наши движения руками идут в сторону сердца, вверх. Мы гоним кровь, венозную жидкость, межклеточную жидкость, лимфу, все гоним вверх. И работая с ногами, сводим все туда, к паховой области. Начинаем работу вести в общем. Всю ногу согреваем. Небольшой лайфхак скажу. Я заранее нанес масло дополнительное на стопу, которое потом мне пригодится для смазывания основной части ноги, там, где не хватило, и голени с обратной стороны. Значит, про растирание долго останавливаться не буду. Всякие используем. Продольные, вот спиралевидные, поперечные. Быстро, быстро, быстро. Инвертированными руками. Разворачиваем их и вот так. Друг против друга, практически вот эта вот перепонка между большим и указательным пальцем. И доходим до ягодицы. Ягодица первая зона, которая нам нужна. Мы ее прорабатываем от крестца. Опять же, мышцы растут вот так вот, да? То есть сейчас мы работаем поперечно этим мышцам и теперь продольно. Все наши приемы, которые мы делали со спиной для ягодиц, подходят также и для ног. Есть такой вопрос, извечно мучающий людей. Ягодицы это продолжение спины или окончание ноги? Как вы думаете? И того. Да, правильно, и того, поэтому они включаются в массаж у нас и когда отдельно ноги заказывают, и когда мы делаем спину. Значит, три прохода мы сделали шестеренками, метод шестеренок. Раз, два, три вокруг вертела бедренной кости. Третий проход, это, соответственно, кудачком. Идем глубоко по мышцам. Раз, два, три. И по месту крепления мышц от крестца по гребню подвздошной кости. Теперь вибрационные способы. Опять вверх. Лимфу гоним только вверх. И можно добавить локтем для частных случаев. Переходим далее к бедру. Плюс ягодица. То есть все наши зоны включают плюс предыдущие зоны. Бедро, ну и всю ногу мы делим визуально на две части вот по центру, да, внутренняя медиальная, разминаем ее и разминаем, причем глубоко, не вот так вот, да, а вот захватываем прям снизу как можно больше. И вот это вот, все эти группы мышц на такое вот скручивание разминающее туда-сюда. Внешняя латеральная часть, для этого придется немножко присесть. Теперь все вместе, части внутреннюю и внешнюю, вот таким большим массивным движением. Мы сделали как бы несколько проходов, да, и теперь один проход на все сразу. Такая получается восьмерка. И тоже, как заметили вы, все движения идут снизу вверх.
То есть я вот туда вот не делаю таких движений, только вверх. Далее. У нас было трение вот такое, да? А теперь с давлением. То есть мы плотно над коленкой, на саму коленку не нажимаем, лимфоузлы бережем. Медленно вытягиваем. Такая вытяжка. Вверх гоним лимфу. С напряжением, всем своим весом тела, придавив ткани тела пациента к столу, мы его как бы расплющиваем и гоним лимфу вверх. Надо еще немножко медленнее делать, потому что кровь-то бежит у нас быстро, практически с каждым ударом сердца, а лимфа по 1-2 сантиметра в минуту. Представляете, очень медленно. И теперь переходим к более жестким методам. Соответственно, вот у нас была рабочая зона здесь, мы стояли против нее, да? Теперь развернулись и от колена начинаем идти вверх. Большими пальцами разводим в стороны, разделяя как бы бицепс бедра надвое. Подключаем шестеренки, развели, подняли, развели, подняли, развели. Прищепили вот так ткани и подняли. До верха и по ягодице выводим. Следующий прием. Подняли вверх, как бы на бицепс на свой, да? Ткани отрываем, но ногу тут поднимать не надо вот так. Просто только ткани от кости как бы отрываем и слегка вибрация вверх. И все движения вверх. Как заметили, я вот так вот не делаю. Только вверх. Это вот, кстати, отличие нашего массажа. И в том числе не надо делать отдельно лимфодренажный массаж. Получается, он у нас и так включен в работу. И теперь просто проходы быстрее. Вверх, вверх, вверх. Всю кровь, все продукты распада клеток, переработанный материал. Все вводим вот туда, в паховую зону. Вот туда. Теперь прием такой. Мы захватили шестеренками, да? И ведем как бы всю массу бедра по восьмерке. Вот она вот так вот играет у нас. Туда, сюда, туда, сюда. Всю массу. Переходим к колену. Техника ножнички. Сначала один палец вверх. То есть мы захватили мышцу. Вот видите, захватили. Два пальца вверх. Три пальца вверх. Четыре пальца вверх. Дошли до ахиллесового сухожилия. Ему особое внимание. И теперь опять же визуально делим пополам ногу. Одну часть и вторую. Да, внутреннюю и медиальную. Отдельно их растираем. По кругу. То есть это было продольно. Теперь восьмерочкой такой. И поднимаем за голень, вот так вот вытягивая на себя. Движение медленное, потому что очень приятное. Его даже можно сравнить с эротическим движением. Оставляем руку внутреннюю на сгибе. Да, вот на вот этом. А второй рукой между подушечками ладони зажимаем ахиллесово сухожилие. И вот таким движением друг против друга разминаем его. Теперь натянули пятку на себя, растянув ахиллесово сухожилие, сделали ролик из пальцев и таким роликом его проработали. Далее идем по всей ноге, расплющивая ее. Вторая рука догоняет, но останавливается возле колена. Первая рука уперлась в седалищную кость. Седалищная кость вот здесь, чуть-чуть вот сбоку в нее и чуть сбоку, где идет седалищный нерв. А эта рука захватила за кость, за большую берцовую кость, с той стороны, где вот малая косточка заканчивается, да, вот здесь идут несколько точек. Ну, там в тибетской медицине говорится, что точки жизни, да. Вот мы их как раз перехватываем вот так, а с другой стороны берцовой кости, вот с этой стороны, мы за пятку держимся. Получается, вот у нас захват. Уперлись, захватили и растянули ногу. Далее сделали разводку руками в сторону. Таким образом, что мы и человека растягиваем, и сами тренируемся. У нас лопаточки сходятся. Мы профилактика сколиоза для себя. Растянули. И, как видите, у нас руки там, где остались, там и продолжает действовать дальше.
помогает развернуть колено, подхватили под бедро, здесь своей косточкой лучевой не давим, будет болезненно, да, чуть-чуть по диагонали вот так ее развернули, а второй рукой лучевой кости прорабатываем большой бедренный тракт. И, ну, соответственно, вот место крепления ягодицы, про него не забываем. Его отдельно можно проработать. То есть ягодичная мышца, чтобы вы понимали, она не заканчивается вот здесь на складке, да, большая ягодичная мышца. Она идет вот сюда. Если человек ногу вот так вот подержит, выпрями, держи, напряги. Вот так разверни чуть-чуть. Вот видно, она идет, да, вот тут она крепится. Все, расслабили. То есть вот... Это место мы отдельно прорабатываем и локтем идем по всему бедру и ягодице глубоко. Вокруг ветвелобедренной кости заворачиваем, мимо седалищной кости проходим. И обязательно не забываем про среднюю и малую ягодичную мышцу. Далее есть такой прием, ну как бы продолжая работать, да? Он делается не для всех, а делается отдельно, там кому надо промять ягодичные мышцы, которые держат седалищный нерв при ишиалгии, ишемии. Вот, то есть мы, когда в эту сторону идем, среднюю ягодичную мышцу передавливаем вниз, при этом растянув ее. Для ее растягивания надо ногу наклонить вот туда. И вот как бы вот на распрямление туда и распрямляем. Идем в эту сторону. Локтем. А если в эту сторону идем, тут у нас идет грушевидная мышца, вот она крепится, да? Мы ее растягиваем вот таким образом и сокращаем вот туда. Тянули, сократили. То есть вот для грушевидной мышцы сюда. Вот это бывает болезненно. А для остальных мышц в обратную сторону ногу загибаем. Сюда, 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 сюда. Распрямили ногу и несколько проходов локтем до конца сделали. А руки остались у нас на ахилловом сухожилии. Начинаем с него, разделяя опять мышцы на внутреннюю медиальную. Ее отдельно разминаем. Потом на внешнюю латеральную ее тоже отдельно разминаем. Потом все вместе. Скручивание типа крапивки. Конечности руки и ноги очень любят расслабляться, когда им делают скручивающие такие по мышцам движения. Дальше скручиваем таким способом. Приподняли обе мышцы, внешнюю и внутреннюю, растянули и растрясли вот так. Приподняли, растянули и растрясли. Приподняли, растянули и растрясли. Приподняли, растянули и растрясли в стороны. И растрясли и еще и вот растянули в длину. После этого нагнетаем кровь и лимфу к лимфоузлам, побольше сюда, по своим лимфоузлам не даем, но вот рядом с ними, рядом. И по всей ноге теперь приемом лапа леопарда, видите, да, растирающие движения, такие быстрые, энергичные. Теперь то же самое, что мы делали с бедром, проделываем с икрой, захватили. Растянули и приподняли. Захватили, растянули и приподняли. Доходим до конца. Подняли на бицепс и продрожали. Вперед вот так вот. Восьмерки. Теперь пальцами внедряемся. Хаотично, тут вы не думаете, как вы, куда пошли, да, просто старайтесь вокруг каждой мышцы глубоко-глубоко залезть. Дело в том, что лимфоузлы, они идут, лимфоканалы идут достаточно глубоко, ну, вообще во всех тканях, они во всех тканях, кроме суставов, есть. И поэтому, как обычно показывают, лимфатический массаж, ну, типа вот такого, это немножко мне странно кажется, потому что только поверхность же начинает работать. Лимфа, она везде.
Вот мы хаотично пальцами, как дерево растет, как трава растет, да, вот случайным образом проходим и до паховой зоны все это уводим. И теперь начинаются три лимфатические трубы Гудвина. Первое. Мы зажимаем между ладонями силой своих мышц ахиллесового сухожилия. И идя сбоку руками по очереди, расплющиваем мышцы с двух сторон. Значит, одна рука опережает, потом другая. Опережает одна, другая. Как видите, я туда-сюда опять не делаю. Только вверх. Движение только вверх. В этом есть огромный смысл. Вторая лимфатическая труба Гудвина. Это нам надо поставить 5 пальцев друг против друга, чтобы они были. И зажимаем их снизу вверх. Снизу вверх. Потренируйтесь. Плотно обхватывая всю конечность. Снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Идем мягко, потому что это работа с лимфой. И медленно. Протяжно и печально. У человека создается ощущение, что его ногу как будто бы пожирает какой-то удав. Заглатывает. И третья труба Гудвина. Делаем кольцо из пальцев. Можем менять его диаметр, да? И как бы через... И немножко так вот подкручивать. И через него как бы пытаемся, как через консервную банку, пропустить сначала лимон, потом апельсин, потом грейпфрут, потом помело, да? Вот захватили, да? И идем плотно, плотным кольцом, таким вниз, выдавливая все соки. Иногда, когда детям делаю, шучу, что я сейчас из себя масло выдавлю. Ну, соответственно, имеется в виду межклеточная жидкость, лимфа и венозная кровь. После этого переходим к голеностопу. Вот, как я вам говорил, маслица нам теперь тут пригодится. Сняли его с верхней стопы и по тыльной стопе и голени размазали, растерли. И начинаем отжимать мясо от берцовой кости, ну, соответственно, отсюда вот туда, в сторону головы. Снизу вверх мы идем, ну, снизу вверх это имеется в виду от периферии к центру организма. Далее захватили предплечьями и плотно сжав, вытягиваем вот туда, вперед. После этого прием прищепка называется. Вот большой палец против остальных пальцев работает. Прямые пальцы. Отжимаем как бы сверху вниз, но под углом. Видите, под углом так вниз. Вниз туда. Вниз от косточки. Обратите внимание, что большая берцовая кость, она немножко под углом развернута вот сюда, вовнутрь, плоскостью своей груди. Теперь мягко и любовно обходим лодыжку с двух сторон, вот эти косточки, да, выбирающие. И спускаемся вниз, соответственно, пальцами ведем, стараемся между волокнами мышечными, но вот с этой стороны лучше заметно. Вот они идут, да, вот икроножная мышца. Вот камбаловидная мышца и вот большая берцовая мышца. Вот между ними как бы разрезаем пополам, как будто мясник режет мясо на филейные части всякие. Так, теперь пережимаем точки. Вот тут есть косточка, да, с обоих сторон. Над ней, под ней, вращательным движением. А отсюда до сюда, под углом вниз, да, тоже идет такая зона, ну, на сгибе стопы. Это все зоны, отвечающие за половые, мочеполовые функции человека, поэтому мы вот их разминаем, растираем и прожимаем. Ну, я это делаю одновременно обоими руками. Если, ну, опять же, частный случай, если у человека икра зажата, да, и по ней, когда мы до этого шли, больно было, да, то эти мышцы можно отпустить, пережав точки места крепления мышц возле пятки. Это, соответственно, вот где кожа разная, да, пяточную кожу, вот, плотную верхнюю, проходим мимо и под ней. Под ней вот есть вот эти вот мышцы, где крепятся, прожимаем достаточно сильно, это больно. Человек потерпел, подышал
и у него отпускают всю ягодичную мышцу, и с этой стороны, и с этой стороны. Икроножную. Ой, икроножную, да, я как бы сказал. Ягодичную. Ягодичную, ну да, икроножную. Вот, далее зажимаем за голень, и вот эту часть, стопу, да, от голени, ну, повыше, над, стараемся вот отдавить, просто сжимаем, получается эффект, здесь вот на руке, может, будет видно, вот как вы видите, он растягивается, вытягивается у нас ладонь, а тут вытягивается стопа, вот она, выше становится, от голени. Чтобы еще больше расслабить, можно прижать коленом бедро и потянуть вверх стопу. Вот мы ее растянули, приподняли, раскачали, приподняли. Как вы знаете, подвешиваем так легонечко-легонечко на перепонках наших пальцев. Как знаете, вот микрофоны такие бывают, висят на резиночках такие, да? Uh-huh. Вот так же вот приподняли, раскачали по кругу, раскачали поперек, раскачали внутрь, наружу, всякими способами. Хватаемся теперь только за голень, то есть уже ниже. Стопу плотно захватываем, как теннисную ракетку от маленького тенниса, да, большим пальцем вот придерживаем пятку. И все вместе, быстро, энергично раскручиваем внутрь и наружу. Перехватили за место крепления между стопой и голенью, покрутили. Вот там уже слышен хруст. Перехватили за пятку, палец уже убрали, покрутили здесь. Захватили выше, раскрутили здесь, расшатали эти косточки. Захватили теперь пополам, расшатали их друг от друга. Схватили теперь выше, где плюсновые кости заканчиваются. Вот тут этот большой палец. Вот он чувствуется, где у него ямочка, да? Мы, соответственно, большой палец отдельно. То есть пальцы не вот тут заканчиваются, а пальцы заканчиваются вот тут. Вот. Вот тут мы его схватили, раскрутили. И можно, в принципе, таким образом его вправить. Вытащили и туда. На свой палец наводим. Ну, это, естественно, надо делать на сухую, то есть без масла. Там салфеточку возьмете или полотенце, да, и когда уже правка начнется. Объясняю, что мы делаем. То есть вот у нас нога. Вот мы сначала расшатали вот эти сочленения, да, вот, держа за голень. Потом вот эти сочленения. Потом вот пятка вот с этими сочленениями. Потом перехватили руку вот эти сочленения, да. Потом перехватили пополам с большим пальцем, расшатали. И далее вот плюсовая кость, когда выходит, ну, знаете, шишки такие на ногах, да, у людей бывают. Часто от неправильной обуви. Это большой палец ушел вовнутрь, а эта кость выступила наружу. И хрящик между ними выдавился. Ну, когда он уже конкретно выдавился, там уже и костная мозоль образовалась, и в таком случае уже там ничего не сделать. И соли там всякие накопились, это уже операция. А пока только начальная стадия, то можно будет вставить. То есть берем, плотно зажимаем стопу, вот в мануальной технике, да, большим пальцем придерживаем вот эту косточку прямо на краю. Своим указательным пальцем придерживаем. Его большой палец берем, раскручиваем и поднимаем, и вот сюда, ой, и вот туда на свой палец вставляем. То есть вот у нас упор, рычаг, да, на него вставляем. Когда у нас плоскостопие поперечное, то есть вот здесь, продольно вот так, поперечно вот так, это часто бывает из-за вот этих косточек, вот они вперед выходят, да? Вот так вот. Мы их нащупываем, расшатываем друг с другом сочленение, потом прожимаем вот так вот, ставим руку, как молоточек, да, пальцы прямые, второй рукой на них надавливаем, и получается вот такое движение резкое. Палец вправляется внутрь. Сейчас как раз продемонстрирую. То есть, вот, например, ну, если вы хотите, можете подойти отсюда. Поближе, да, подойдите, смотрите. Вот, видите, у нас вот эти, ну, как проверяется. При плоскостопии продольном здесь практически нету выемки. Она плоская стопа. Если нажимаем здесь, тут болит косточка, и она выпирает прям острием, вот такая косточка. В данном случае у человека вот почти нет плоскостопия, ну, второй степени, наверное. Здесь плоскостопие тоже должна быть выемка вот такая туда. И если ее нету, то большой палец с мизинцем не соприкасается. Ну, здесь соприкасается, видите, нет плоскостопия, все нормально. Но в случае, когда оно есть, у нас какой-то один из пальцев вот сюда выходит,
из этих трех. Мы его нащупываем, расшатываем между ними вот эти вот сочленения, раздвигаем друг от друга, выбираем цель, либо с этой стороны, либо с этой стороны, да, какой палец нам удобнее. Пальчиками в него внедряемся, вот прямые пальцы, да, как молоточки. То есть это рука инструмент, а эта рука действует. Захватили и нажали внутрь. В следующий раз захватили и нажали внутрь, туда. Захватили и нажали. Далее промассировали все пальцы. Ну, такими мягкими вращательными движениями. Провели 5 линий по стопе. И пальчик расшатали. Расшатываем палец, значит, каким способом? Вот мы, чтобы каждый сустав не крутить, да, мы взяли за конечную фалангу. И вот этой фалангой все три сочленения раскрутили, расшатали. Вторую линию рисуем. Расшатали. Это достаточно приятно. Вплоть до эротического экстаза может довести человека. Особенно если он противоположного пола с массажистом. Ну, шучу, конечно. Как говорится, насколько втирать масло в тело человека? Вмазывайте до состояния оргазма. Вот, расшатали их. Теперь с этой стороны мягко мышцы поднимающие, да? То есть, выше пальцев, вот они выше. И с этой стороны мышцы поднимающие пальцы, сухожилия вот эти вот все разогрели, растерли. Между пальцами перепоночки растерли. Сами пальчики также растерли с этой стороны. Тоже достаточно приятная процедура. И таким образом незаметно отвлекли человека, подготовили его для щелчковой техники. Большой палец мы... То есть все пальцы мы щелкаем прямо на стопу. Большой палец не совсем прямо, а чуть вот туда вбок. Теперь выдергиваем их. Прием называется 5 повешенных. Захватили палец, согнули чуть-чуть. Вот как бы такой крючок. Раз, петлю такую, хоп. И выдернули себя. Раз. Раз. Большой палец, естественно, придерживает фалангу последнюю. С этой стороны. А его большой палец теперь надо согнуть под 90 градусов и дернуть на себя. То есть вот согнули, плотно захватили и... Пока согнул, он уже щелкнул. И на себя выдергиваем. Теперь саму стопу. Вот мы ее еще раз растянули. Сочленение я вам показал, что их там 3. С этой стороны получается 2. С этой 3. То есть в эту сторону мы берем плотно. Работаем всем корпусом, как рычаг у нас весь корпус. И в эту сторону делаем раз, 2, 3 поворота. А вот в эту сторону 2 поворота. Перехватили руку в другую сторону и раз, 2. Избавляя от плоскостопия, нам надо упереться, соответственно, тут 2 косточки. Вот раз и 2. В них, плотно захватив стопу, так, чтобы пятка была неподвижна к голени, мы будем ее нагибать вот сюда. Но смотрите внимательнее, большой, ну сам палец, он слабый, он движется, да, у нас гораздо сильнее вот эта косточка, поэтому надо вот эту косточку вот так схватить, таким образом мы вот другими пальцами придерживаем голень, чтобы она не уходила, и резко на этот палец вот дошли до преднапряжения, надавили и потом, оп, вставили, и пониже косточку взяли, дошли до преднапряжения, надавили и, оп, вставили. Теперь вставляем саму пятку. Нам надо теперь наоборот, стопу, чтобы она была неподвижная, и голень неподвижная. Вот закрепили их, да, зажали, вот так вот, тут большим пальчиком, указательным пальчиком. Ну, в данном случае самый длинный у нас оказывается, да, вот держим голень, а пятку вот расшатываем и во внешнюю сторону, и во внутреннюю сторону, относительно стопы. Теперь растянули ногу за пальцы вниз. Ну, кстати, некоторые делают достаточно грубо, берут все пальцы сразу вот туда загибают. Я сторонник помягче. Работать так. Растянули всю ногу, ахилловые сухожилия с икроножными мышцами, видите, как натянулись. И теперь согреваем их.
Согреваем, и наше движение все больше вниз. То есть не вверх, а все чаще вниз, вниз. Вот, пока горячо не станет. Горячо стало, у человека пошла работа. Его мышцы заработали, сухожилия заработали, приходит к нему питание, кровь их питает, новые микроэлементы несет. А мы занялись пяткой, пятку размяли, прощипали ее достаточно плотно по линии роста мяса над косточкой, да? Вот, прощипали. Далее можно, тут идут тоже акупунктурные точки, как раз по линии, где вот начинается подошва. Видите, там кожа другого, другой плотности она, другой текстуры. И с этой стороны, с этой чуть повыше, вот таким загибом идут. Тут как раз линии позвоночника находятся. То есть большие пальцы — это у нас символ головы, мозга. А вот тут получается копчик, крестец, вот прижимаем. Поясница пошла, вот хребет пошел, прям по косточке. Вот шея началась, и вот под черепом. Место входа в большое затылочное отверстие. Продавили. То есть таким образом мы стимулируем еще и позвоночник заодно. А с этой стороны находятся внутренние органы. Мы сейчас до них тоже дойдем. Вот, сначала с пяточкой поработаем дальше. Отделяем мясо. Вот, опять лапа леопарда у нас работает, да? Мясо от костей, разворачиваем руку, и с этой стороны, вот как бы по линии пятки, тоже идем. Не забываем, тут вот у пятки находится острие, от которого идет сухожилие, и вот когда там образуется шпора, шпора — это кальциты собираются на рост, он давит на сухожилие, и, соответственно, больно. Вот поэтому покажем на нашем Василию Ивановиче. Вот эта косточка острая. Вот на ней шпоры образуются. Когда шпору, естественно, массируем, когда ее нету, то для профилактики. Вот прям так жестко туда, глубоко. Это место вот помассировали, вот видите. И теперь, ну, у нас не китайский точечный массаж, да, так условно. Ну, просто скажу, что отражение на стопе, в данном случае левой, это у нас правая сторона организма. На правой — левая сторона организма. Все зеркально. Примерно находится, ну вот тут получается мочеполовая система, да, мы ее уже прожимали. Отдельно мочеполовая система, вот здесь точка под мизинцем. Вот под сгибом мизинца, вот туда, внутрь, туда как, да, болезненно она. Вот туда. Дальше идет, соответственно, кишечник, потом пошли органы внутренней грудной, верхней грудной клетки, сердце, легкие. Здесь, соответственно, получается, ну вот, голова, глаз, рот, что там, скула, ухо. Противоположно. Я иногда шучу, говорю человеку: вот я сейчас тебе массирую правый глаз, вот правый уголок рта, вот правое ухо массирую. Здесь, соответственно, тонкий кишечник, толстый кишечник по квадрату, вот так вот. Он идет как раз по центру, и вот центр стопы, если он болит, то символизирует, что толстый кишечник имеет проблему. Это примерно в районе, где начинается сигмовидная кишка. Там как раз вот скапливаются каловые камни, массы всякие. Вот, ну мы условно, кто как делит, кто-то вот так прорабатывает, да, кто-то там вот так идет, кто-то там вдоль идет. В общем-то, неважно. Просто у нас не китайский массаж, еще раз повторяюсь, а вот так техникой шальцу мы в случайном порядке прожимаем все эти точки, стимулируя и активизируя, соответственно, внутренние органы. Сейчас у нас массаж этому не посвящен, просто для профилактики. Под большим пальцем вот есть точка, под этим пальцем, мизинцем есть точка. Вот мы их прошли и дальше раскатали всю стопу сверху вниз, потому что лимфа идет от кончиков пальцев и к центру тела человека. Можно, ну, у кого кто щекотки боится, да, во-первых, делайте медленнее и жестче, плотнее. То есть не так легонько, да, а плотнее. Можно разогреть стопу дополнительно, растирая ее с двух сторон, да, и методом роллинга вот такого. И теперь увозим кровь вниз, в центр тела все пошло, лимфа идет обратно,
И мы не заканчиваем, завершаем наши движение, вот она должна быть расслабленная, по икре смотрим, да, проверяем, если взять за самую последнюю конечность, например, за пальчики так крутить, степень свободы здесь, вот видим, шатание есть, здесь в колене есть шатание, в бедре видно есть, и даже таз видно, видите, вот ходит туда-сюда, туда-сюда. Значит, на этой цепочке до крестца проблем у человека нет. Ну, как тест, все хорошо. Теперь дальше мануальной техники продолжаем. Ну, кстати, у кого не расслабляется, да, можно добавить легкие похлопывания такие. В прямую руку вставляем в колено, параллельно наше предплечье, параллельно бедру. Но поднято по 45 градусов, вот туда вектор идет. Руку, соответственно, не так ставим, не так, не вот так выгибаем, никак ее не сгибаем, а с вот лучевой кости. Она прямая, идет вот до вот этой косточки. Вот давление будет вот сюда. Прямую, как стрелу, вставили. Колено разработали. Ну, естественно, спрашивайте, чтобы колено было у человека здоровое. Если колено выбито, лучше не делать. И одновременно вставляем его, рука у нас идет туда, а голень сюда. Раскатали, расшатали. Раз. Щелкнуло. Теперь передвигаем руку сюда, руку его с голени убираем, ну, вернее, вторую свою руку с голени убираем на стопу, на экватор стопы, самая верхняя точка. Пятку зажали, зацепили за свое предплечье, чтобы она никуда не уехала, и давим в сторону головы. Вот туда. Теперь проверяем, ну, тут, кстати, тоже вот можно услышать, как я говорю, тут несколько костей, да, ну, кубовидная, там, ромбовидная, кубическая, там, какая-то пирамидальная, их, да не надо их все знать. То есть в трех местах может быть хруст в этом месте, в этом приеме, тракция. Теперь проверяем, у здорового человека колено должно касаться ягодицы одной, второй, и вот примерно под углом 30 градусов, должно опускаться почти к верхнебедренной кости. Ну, у детей так вообще может лечь. Все нормально, нога здорова. Что приятно, о чем приятно сообщаем человеку. Наш подопечный лежит, радуется. А мы продолжаем делать завершающее движение. Вот еще что-то хрустнуло. То есть развернули ногу под 45 градусов флекцию, под 45 градусов ротацию. Растянули и потрясли. Под 45 градусов ротации в другую сторону, растянули и встряхнули. Растянули и встряхнули. Теперь у нас, ну, всякие завершающие техники, они везде, в принципе, одинаковые, да? Мы простучали от ахиллесовых сухожилий до крестца. Прохлопали. Опять желательно все это делать снизу вверх. И... ну, протянули, протяжка такая. И мягко успокоили ткани, которые мы только что возбуждали, ломали, крутили, давили. Ух, мы этих кошек душили, не додушили. Вот, и теперь их успокаиваем. И завершение, если вы делаете там две ноги, да, то мы, соответственно, расслабляем полностью стопы. Можно с этой стороны их там чуть-чуть размять, продавить. И тазовые кости тоже потянули, взяли мягко за голеностоп, подняли. Прямые ноги должны быть расслаблены, смотрите, чтобы человек сам не напрягал. Еще раз. Напрягаешь, расслабь, сам ноги ничего не делай. Вот, смотрим, обращаем внимание на поясницу и ее так чуть-чуть растягиваем на натяжение. На расслабление. Если кому-то тяжело ноги поднимать, да, то можно это сделать через тряпочку, полотенчика. Еще раз показываю. Скрутили, продели, схватили. То есть скрутили за щиколотку. Где-то не дотянул.
Так некоторым просто удобнее поднимать. Упор коленом в стол и натянули на себя. Вот главное поясничку человеку расслабить. Растягиваем поясницу. Как я говорил, от камня преткновения, точки L5-S1, все кости, которые ниже, мы тянем вниз. Все кости, которые выше, тянем вверх. Ну и в завершение, я люблю, все-таки я космоэнергет, мы весь негатив отработанный сбрасываем с пальцев вниз. И раза. Ком сам солябим. Массаж закончен. Если вы смотрите только на видео, то зря вы это делаете, все равно ничему не научитесь, потому что есть нюансы, есть что-то недоговоренное, вам надо поставить руки. Для этого приходите на наш тренинг Олегу Алафу Гудвину, это я, популяризатор великий на всем пространстве русскоязычного интернета, я вас всему научу, поэтому не отключайтесь, подписывайтесь, ищите наш телефон и приходите к нам учиться. До новых встреч, друзья!